Всем привет, вас приветствует игровой канал Silent Gamer, с вами Диман, и мы продолжаем свое прохождение игры под названием Far Cry 3. Раз я остановился вот на этом моменте, я как раз нашел этот старинный нож, и сейчас мы должны отправиться и отдать его Баку. Так, ни хрена себе, это я залез вот здесь вот в тот раз, а вышли мы вот здесь. Это я такой вот огромный путь проделал под землей. Так, ну а, вот сюда вот быстрое перемещение, давай, быстрая перемещалка, давай. Все, нормально, быстрое перемещение, окей. Так, вот, у меня загрузилось. Мне теперь нужно идти на миссию куда-то вон туда. Это, кстати, я думал, ну, как-нибудь просто так отдам в баре опять. Он меня куда-то заставляет на гору тащиться. Я еще вроде, кстати, этот нож должен Цитре отдать. Но его еще и просит и Бак. Блин, это как я к тебе подниматься буду, парень? Ты шутишь? Блин, как туда подняться, а? Походу, я сейчас буду час вокруг горы бегать. Курочки. Я, кстати, забыл, что у меня на вооружении. А, у меня РПГ, надо поменять же РПГ, вы чё? На что бы поменять, надо бы решить. Привет, бабушка. Дробовики, снайперские винтовки, штурмовые винтовки, эксклюзивные гранатометы, пулеметы. Ладно, пускай будут штурмовые винтовки. И что тут у нас есть? Ни хрена себе, что тут у нас есть. Давайте. А, это только купить. Тогда лучше взять памуску. Экипировать. Место РПГ. Спасибо, бабушка. Все, у меня теперь фамуска. Бегай. Это кто там такую хрень еще? Бегай, прыгай, убивай. Ух ты, ни хрена себе, у них такие четкие ворота защиты. Че это за хрень, Че это такое? Ваш лучший результат. Убейте как можно больше врагов из предоставленного оружия. Прикольно, слушайте. Надо будет потом сюда прийти. Но у меня сейчас миссия поважнее, мне надо нож Баку отдать. Давно хотел с этой хренью разобраться. О, капец, на тебе много патронов, Фамос. А может, я их просто не купил. Но мне кажется, это максимум. Маловато немножко. Вот, ты здесь живешь, Бак? Ну, неплохо, чё? Давай, я с тобой посижу. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Сначала Кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, Кит. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Да. Кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Так, я что-то немножко пропустил, и меня он зарезал. Блин, я вот вообще ненавижу в играх такие хрени, где надо быстро нажимать на какие-либо клавиши. Я о том сейчас говорю, я сольюсь раз 30, это минимум. Сдохни, суки! Так, я уже не сбежал. Ты чего такой неласковый, а?
Так, я опять не успел, понятно. Тут можно, в принципе, все выучить. А потом все просто быстро нажимать. Ты чего такой неласковый, а? Ты чего такой неласковый? Блин, а, опять. Пришло, короче, время разделаться с тобой, парень. Готовься. Получай, кошек, получай. Сейчас так хватит. Ты чего такой неласковый, а? Быстро нажимайте пробел. Давай, 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 давай. Че, ты теперь не ласковый, да? Охренеть, он что, меня победил? Надо было быстрее пробел нажимать. Грустно. Так, вот. Я опять сейчас, походу, провалюсь. Хотя я, в принципе, уже все выучил. Мы в какой-то вообще странной комнате с лампочками. Я сейчас прям жестоко буду быстро на пробел давить. Так, нажмите С. Все, отхватил, пот. Отхватил, да, я это сделал. Я это сделал. Потому что я супер. Я супер. Я супер. А замочил поцика. Блин. Бак. Ты, конечно, лах был каким-то. Достал тебя. Джейсон. Ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Отжал у парня. И свой нож, и этого Бака. Ой, Бака убил. Друга своего спас Кита. Кит, кстати, мог бы мне и помочь. Сидит, плачет рядом. Немножко как-то по-кидательскому. Так, что-то пишется, что-то пишется. Почему эта штука вообще? Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Рами. И мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! Боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Эй. Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Просто не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду здесь. Ну вот, мы выяснили, что у нас умер еще и брат. Поцик отдыхает. Капец, что-то обоих моих братьев убили. Так, подожди, а где этот опять Поцик? Где этот... О, приколюха. Я зажегся. Так, в принципе, надо что-нибудь выбрать. Я в акуле пока что все буду улучшать, потому что тут прикольные штуки. Так, это я все изучил. Несгораемый. О, вот это вот мне очень важное улучшение. Так, татушка все увеличивается и увеличивается. Где этот поцак наш? Так, так, так. Меня пугает то, что он все время исчезает куда-то. Так, я, наверное, опять могу съесть таблетку. Да, я сейчас опять посмотрю свое воспоминание. Ну, понеслась. Как обычно. Ждем, ждем, ждем.
все время, по-моему, одинаково танцуют, и вообще разницы никакой нет. А, нет, смотри-ка, есть. Ну все, я натанцевался, как уйти? Парень явно круче меня зажигает. Так, надо форму парню шатать. Обшатал он мне. На тебе, тупой класс. Получил. Джейсон, задняя дверь. Сюда! Идем! Ну, мы убежали. Пошли, пошли! Рэй, мне что, задеть окно? Давай! Да где же он? Давай, давай, держи дверь! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Давай, давай, давай! Еще как мазал! О, да, чел, да! Я проголодался, друг. Осталось сделать татуировку на лодыжке, и отпуск удался. Ты хочешь, хочешь татуировку Янтру? Да. Я знаю крутого художника у станции Сиам. Ах да, народ, это Дуг. Он тут диджей, вообще отличный парень. Эй, Дуг. Эй, Дуг. А, Джейсон говорит, вы путешествуете да. по Азии. Бангкок, последняя остановка. Хороший выбор. Тут не соскучишься. Определенно. Ты в курсе? Ну что, какие дальше планы? Да мы так, плывем по течению. Вы это, у вас бабки есть? Да, яхту снять хватит. Этот чел может. Я знаю один остров. Там можно делать что угодно. Вау. Ладно, а что там с экстримом? Кайдайвинг? Черт. Берете самолет и на парашюте прямо в рай. Вот это я понимаю. Прыжок наугад, это рискованно. О, да ладно. Нет, это рискованно. Вылет завтра. Давай, соглашайся. Да что ты как тряпка. Видишь, Лиза, нам подходит. Мы должны прыгнуть. Мы участвуем. Ну и где этот остров? Вот вся картинка и сложилась, как все это началось. Их вот этот диджей как бы пригласил на скайдайвинг. Походу он один из пиратов, который вот так вот подлавливает богатых людей. Вот мы и рассекретили их. Может быть, мы потом найдем этого парнишу, диджея. А может быть и нет. Может, он был просто хорошим парнем, который думал, что здесь можно отдохнуть, а здесь были пираты. Так, а где это я вообще? Опять. Вот сейчас я понятия не имею, где. Я опять около корабля, но я нашел здесь какой-то подъем, который я раньше не находил. Может, тут что-нибудь будет? Какая-нибудь нычка? Нычка, 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 я иду к тебе, нычка. Так, что у вас будет? Так, подожди, что это за хрень? А, это цветочки там растут. Надеюсь, я тут не сдохну. Вообще прикольно будет. Убил 1000 пиратов и сдох, когда прыгал по камням. Приколюхи. И что, все? Вся приколюхивала? Вы шутите? И к чему я сюда пришел? Просто ради цветочков? Ой, это что тут? Тут пушку уже можно достать. Четкая нычка, четкая нычка. Спасательные жилеты. Амулет акулы. Зачем мне он нужен? Бомжовская какая-то нычка. Вон, о! Реликвия, реликвия, нет, все, отменяется. Нычка классная. С реликвией. Все меня устраивает. Хорошо, что нечаянно заметил. 4 реликвии. Ну, осталось-то всего там 116. Не сильно много. Я надеюсь, соберу. О, вот где этот поцик, походу, сидит. Да, вот я тебя нашел. А, ты куришь. Понятно, все с тобой. А ничего так, травка. Слышал про твоих братьев. Я... это Галяк. Мы заботились друг о друге со смерти отца. До сих пор. Повезло им с тобой. Мои родители...
Слишком много летали по всему миру, чтобы замечать меня. Теперь моя семья. Терять Райли Гранта... Это больно. Да. Слушай, можно и мне? Боже, нет. Не сходи с пути. И ты вытащишь нас. Тех, кто остался. Черт, какой же я нытик. Наверное, это с позавчерашней экстази. Синдром вторника. Прости. Да ничего. Вот он, конечно, кидок. Мог мне помогать мочить других пиратов. Вместо этого сидит здесь и курит. Вообще, ты тоже можешь мне пойти помогать. Ну ладно, ты какой-то вообще тряпка какая-то. Хотя на дискаче лес на всех там. Выпендрежник, походу, коцк. Ну и на этом я, пожалуй, закончу эту серию. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока!